Сколько? Да, сэр. Вас понял. Крейсеры в опасности. Засекли больше 12 кораблей Хелгастов. 12? Сколько они продержатся? Надеюсь, достаточно. Если мы не успеем, Хелги быстро их все собьют. Сэр, конвой разбросан по всему городу. Я знаю, где находятся мои войска, сержант. Нельзя терять ни минуты. Севченко, мы должны прорваться к этому кратеру любой ценой. У тебя хэмеры. Увидишь технику Хелгастов, иди на таран. Мы еще пробьемся домой. Выполняйте приказы, и все будет в порядке. Время поджимает! Давайте быстрее! Как видите, господа, силы противника очень раздроблены. Через 3 часа мои войска разгромят их. Бийцам Визари не скрыться. Я что-то не понимаю. Как быть с танковой группой слева? Йоргенштайн. Тож, я рад, что дела государства вызывают интерес у бизнеса. Опять. Вот эти вражеские танки слева. Вы специально их игнорируете или это стратегия, недоступная пониманию, а? Вы производите оружие, я решаю, как его применить. Неужели меня одного не устраивают эти древние методы? Численное превосходство еще не залог победы. Мы же можем начать переговоры с врагом. Ну, выманить землян, обещать им что угодно. И когда они подойдут, всем скопом убить одним ударом. Не знаю, как Визари вас терпел, но я не Визари. К сожалению, это предельно ясно. Тяжело? Всегда оставаться в тени великого императора Визари. Поэтому вы дали ему погибнуть. Хелгасты никогда! Никогда не пойдут на сделку с землянами! Никаких переговоров! Внимание всем! Говорит адмирал! Удвойте усилия! На уничтожение врага даю вам 1 час. Конвой идет в точку эвакуации. Контакт. Группа цели 12 часов высота 20. Покинь нас!
направлении. 7-4 всем группам. Пути. Конвой выдвигается. Вот и они. Продвигаюсь дальше!
это, сука, снайпер! Здесь полно снайперов! Всем быть начеку! Нет, мы не можем добраться до орудий. Уничтожь пулеметы. Сейчас.